В городе воинской славы Воронеже прошли памятные мероприятия. В торжественной церемонии накануне Дня Победы вместе с митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием приняли участие епископ Рассашанский Острогожский Андрей, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, духовенство воронежских храмов. Церемония возложения цветов и венков к мемориалу воинам, погибшим в боях Великой Отечественной войны, состоялась на площади Победы в Воронеже. От главы Воронежской митрополии, архиереев, духовенства и мирян к могиле неизвестного солдата был возложен венок с крестом из кроваво-красных гвоздик, как дар благодарной памяти воинам, труженикам тыла и всем ради победы потрудившимся по завету Евангелия жизнь свою за други своя положившим. Когда колонна священнослужителей во главе с митрополитом Сергием подошла к мемориалу, звуки торжественного марша смолкли. Единым сердцем и устами архипастыри и духовенство пропели вечную память. Затем, как залог вечной жизни, трижды прозвучал пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Христос воскресе из мертвых, смерть и слепо брат, и слыши во гробе живот дарова. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 212 дней правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками. То есть фактически все это время линия фронта разделяла город на две части. Как потом напишут в газетах, этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал за каждый дом.